Сегодня на обзоре вот такая машинка. Мерседес какой-то Е, да? Е190. 2-литровый бензиновый. 84-го года, да? 84-го. Вот такая ретро-машина. Для 84-го года. Он облитый, да? Облитый? Вот эта сторона. А цвета как называется? Шампань, да? Это написано золотистый. А, золотистый. На заводской, по идее, это шампань идет у него. Да? Ну вот видите, салон такой, не велюра, что-то такое. Ну, с боковыми поддержками же сделали как. Ну это же стенка. Типа анатомический такой салон. Ручник, механика, пятиступка. Ретро такие магнитолы. Пробег типа 200, ну не знаю. Тут динамик тоже так накладные, да, видимо? Или штатные? Нет, это не штатные. Я лично поменял сальники. Коробки сальники, подушки пешка поменял. Знаешь, даже без сетки, да? Да, он даже без защиты. А как болты не зачем стоит? Без камуфта не срабатывает, потому что. Здесь электро. Да. Ремень, конечно, лохматый, да, маленький? А, он есть в багажнике другой, но это тоже Mercedes, да? Газ лифт, да, еще оборвало. Открывался, что ли, на ходу или нет? На ходу, тормозили. Тормозили капот. Вон, видишь, его прям сорвало. Честно скажу, без понятия. Такой уже забирал, да? Ага. За сутку так-то я собрал. А это что такое? Это вакуум фары. Интересно. Столько места, пространство, да, пустого. Сюда идеально. V8 от Toyota. JZ первый засунул сюда на автомате. Во-первых. Сюда УАЗ можно засунуть. А говорю, под проекцией я смотрю вот такие. И она все Авито перешерстит. Твою, кстати, не видел я. Ты куда выставил? На Авито. Недавно выставил. Капот открывание. 90 градусов, да? Классно. Давайте еще по салону посмотрим, что там сзади. Вот такие вот коврики. Ну, в принципе, салон почистить. Колеса 15 размер. Диски тоже такие под золото сделаны. Даже люк. Резины новые. Ну, она, кстати, боком идет песком. Вот такая машина. Да. Цена примерно порядка 150 тысяч. За такую машину сколько бы вы предложите? Если кому интересно, пишите. Можно забрать. Так, половина запчастей, все тут оригинальное стоит. По кузову, конечно, есть замечательно, но в целом она, в принципе, нормальная.